Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка продуктов из магазина «Лента», и вновь у меня туда ездил муж. Ездил, писал ему небольшой список, он купил, ну и как обычно, что-то еще дополнительное. Вот, сумма составила где-то 6600, примерно так. Я чек покажу вам в конце видео, так что давайте сейчас покажу, что же он купил. Итак, вот такая небольшая закупка получилась у меня в этот раз у моего мужа. Чек я вам покажу в конце видео. Так, давайте начнем оттуда. Вот тут моя песина лежит. Она охраняет. Все проверила, Бона. Все вкусное купили? Да. Так, здесь у меня картошка. Ну, такой мешок 5 килограмм. И здесь немножко бытовой химии. Ну, как бытовой химии? Туалетная бумага. Лентовская. Всегда ее берем. Не знаю, нам нравится. И вот эти вот таблетки для посудомоечных машин. Во-первых, удобная упаковка. Вот такая коробочка, они не намокают, плотно закрывается. 30 штук плюс 10 в подарок. Бюджетные, не оставляют налет, очень хорошо все отмывает. На мой взгляд, прям классные таблетки, нам очень нравятся. Вот я их покупаю снова и снова. Фаберлик еще классный. Но я, кстати, постоянно Фаберлик забываю заказать. Поэтому взяли в этот раз лентовские. Ну, давайте начнем с мяса. Как обычно, набрал у меня муж много всякой свининки. Значит, здесь у меня свиная корейка. Получается почти 2 килограмма. Кило 900 на 498 рублей по 258 за килограмм. Неплохой кусочек. Что-нибудь приготовлю из него. Так, дальше тоже свининка, окорок, кусочек вот такой на 2,162 на 2 килограмма, да, по 209 рублей на 454 рубля. И окорок, это, кстати, шашлычок хорошо из него получается. Так, и здесь у меня получается грудинка свиная, мы ее коптим. Я уже как-то в влоге показывала копченую. Вот муж у меня всегда выбирает, чтобы она такая была мясистая. Коптим мы ее вместе с кожей, кожу отрезаем уже потом, ну, чтобы она так держалась плотненько. Получается очень вкусно, за место колбаски вообще идеально. Дальше здесь тесто дрожжевое, он мне снова взял, слоеное, ну, я всякое делаю из него, тем более у меня сейчас четверо мужчин в доме, так что мне как раз две упаковочки. Здесь немножко сыра колбаски, вот такую. Кусочек сыра на 281 рубль, здесь 400 по 634, да. Так, вот такую колбаску Дымов, она, кстати, нравится моему мужу. Кто-то мне писал, что не понравилось, не знаю, нам нравится, мы с удовольствием ее. И вот это вот Черкизово, краковская колбаска, тоже очень нравится, от марки Черкизово. Вот, не знаю, нам, мы с удовольствием ее едим. Здесь у меня немного молочки, значит, молоко 2 литра, большая кружка, ну, почти все время берем такую. Имунельки детям. Муж решил на пробу взять вот такие. Груша Барбарис. Наверное, будет вкусно, я думаю. Вот, хотя у меня больше мультифрукт дети любят. Вот. И творожные палочки. 2 упаковки. Вот такие обычные. И вот здесь вот в карамельной глазурь. Кстати, очень вкусные вот эти творожные палочки в Светлогорье. Я уже об этом как-то говорила. Сметанка 15%. Здесь еще взял вот такой творожный сыр. Кстати, очень вкусный. Я люблю творожный сыр. Вот. И вкуснотеево масло. Тоже всегда его покупаем. Так, дальше у меня здесь так красиво, да, солнышко отсвечивает. Здесь газированная вода. Аж 4 штуки. Но я так понимаю, что муж планирует разводить вот с этой историей, да. Как бы сахар, вода питьевая, концентрированный сок клубники, глюкозно-фруктовый сироп, регулятор кислотности, лимонная кислота, ну, ароматизатор, конечно же, красители есть. Но я так понимаю, что будет такой типа а-ля лимонад. Так, дальше здесь кофе, вот такое американо. Кстати, вот это очень вкусное кофе, вот с этими девушками. Я в разных, вот это чума, да, называется, с разными покупала, оно все очень вкусное. Просто мне кажется, как-то крепость, наверное, разное, но что-то в этом духе. И здесь еще у меня муж купил пиво, вот такое Василия Островская. Кто вот в Санкт-Петербурге живет, обязательно попробуйте вот это пиво, оно очень вкусное, светлое и какой-то вот темный ржаной лагерь, оно очень вкусное, вот это Василия Островская. Это деткам тоже мажетельки, ананас, манго, арбуз, дыня, очень вкусные.
Так, здесь уксус 9%. У меня закончился. Как раз заготовки будут, все остальное пригодится. И вот такую большую банку томатной пасты. Вот, ну это он уже купил, я ему написала томатную пасту, но не уточнила какой, но на заготовки тоже пойдет. Соль мелкую, вот такую экстра, хотя просила обычную соль, вот, но купила вот такую, ну ладно, ничего страшного. Здесь дальше хлебный дом, хлеб вот такой тостовый, два батона он взял, вот такой каравай, семейные традиции классические. И лентовский вот такой батон нарезной. И здесь у меня еще хлеб столовый, тоже каравай. Так, ну и пошли овощи, фрукты. Значит, здесь у меня дыня торпеда по 49 рублей. Ну, считайте, по 50 на 206 рублей. В предыдущий раз тоже покупали. Она у меня полежала в кладовке и стала очень-очень вкусная. Очень всем нам понравилось, особенно мальчишкам. Поэтому муж купил еще. Так, здесь... нектарины по 129 рублей на 195. И что это у нас? Это персики, да, по 99 рублей. Ну, тоже они полежат, будут ничего такие. Вот эти жесткие уже персики, такие не мягенькие. Черешня. У нас еще она не закончилась. Вот. По 198 рублей. Ну, что такая неплохая, люблю черешню. И здесь еще купил перцы. Ласточка по 83 рубля. Огурцы у нас еще есть, поэтому купил только помидорки. Вот такие по 156 рублей. На салатике отлично. Перчик тоже, не знаю, что-нибудь приготовлю. Так, и еще в ленте сейчас проходит какая-то новая акция, я так понимаю, вот такая. Кто ходит в ленту, наверное, знает. Какие-то игрушечки опять детям дают. Я так понимаю, стикер какой-то за каждые 1000 рублей. Собираю команду супергероев. Какие-то супергерои. Сейчас отдам мальчишкам моим. Вот. Ну и давайте сразу вам покажу чек. Вот видите, эти таблетки лента стоят 195 рублей. Хорошо очень все отмывает, очень классно. Мне нравится. Никакого налета не оставляет, ничего такого. Вот сумма составила 6617, скидка по карте 2167 рублей. Так что вот такая вот закупка получилась у моего мужа. Все необходимое. И да, я с вами согласна. Мужчина, мне кажется, как-то более компактнее, что ли, я не знаю, более бюджетнее ходит в магазин. Не все, конечно... Но есть такая история, меня сейчас выпустят, я скуплю все, наверное. Ну, как всегда. Вот. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.